Итак, прошлое видео сработало просто охуительно. Наши дорогие разработчики сразу же захуярили эту хуйню и убрали здесь табличку, чтобы никто не продавал нодные блоки. Потому что разработчики кто? Разработчики хуесосы. Естественно, мы, очень умные ребята, в частности я, тут же, блядь, нашли альтернативу. Пожалуйста, вот она. Это диспенсер ебаный, он стоит полтинничек. Да, конечно, вы будете получать не так много. Вариантов два, то есть вы можете либо копать булыжник, можно пошел нахуй. Можно либо, значит, покупать его, тоже будете в плюсе. Но если его выкапывать, то вы будете в плюсе еще сильнее, то есть вы фактически, у вас затраты будут нулевые. Редстоун стоит вообще по хуйне. Одна пыль редстоуна расценивается как $1. Если покупать ее вот здесь. Ну, она просто невероятно дешевая, так что можно вообще хуярить сколько угодно. Дальше, значит, то есть покупаем булыжника. Вот, тпхаемся на хом. В данном случае на такое предприятие. Вот, значит, здесь вот так вот выкладываете булыжник нахуй. Чтобы разработчики сосали. И ставите его здесь, что означает жопу. Вот, и у вас получается вот такой выбрасыватель замечательный. То есть, купив, то здесь нужно 8 стаков. Этого хуйни, если умножить 8 на 250, то вы потратите 2000. Вот, то есть, если... То есть, 2000 вы тратите на булыжник, ну и там еще по хуйне на редстоун. Ну, это вообще хуйни стоит. Когда вы его продаете, значит, вы получаете по 50 за каждую штучку. То есть, у вас со стака получится, значит, 3200. То есть, вы получите 3200. Таким образом, вы увеличиваете свои деньги, затраченные в полтора раза почти. Ну, для сравнения, если у вас будет 100 тысяч, вы накупите себе булыжника, то вы получите 150 тысяч. То есть это достаточно быстро, я думаю. Вот единственное, что геморрой вот это вот все продавать. Так что, блядь, можете подписаться на мой канал, чтобы, наверное, получать рассылку о новых фишках, потому как в магазине их еще просто дохуище, блядь, поверьте мне. И если они стояли, блядь, рядом, то другие будут стоять не так далеко, поверьте мне. Ладно, все, давайте, короче, это конец. И да, если вы благодарны мне, то можете мне, не знаю, чем-нибудь помочь. Можете мне новый домик построить, я у вас его куплю. Так что, потому что эти меня немножко заебали. Все, давайте, покедовать.